Давай спим, да, я могу всем спать. Всем спать, я сказал. Да уйди, отец! Твою мать! Мы спим уже! Спать! Я сказал спать! Чё ты на меня лёг-то, а? Ты тяжёлый крутак проломишь! Встань! Он мне ноги на голову положил! Папа, встань! Не воняю! Грудак проломишь! Уйди, дай поспать, дай поспать. А, подождите, я гляну. Да, все, спи. Улёгся, я вот. Всем спокойной ночи. Все. Да, всем спокойной ночи. А зрители лайки-то ставить будут? Ой, да будут, конечно. Ой. А 5000 лайков соберут? Соберут. Хорошо. А комменты они писали? Да будут, куча комментов, все. А хорошие комменты будут? Замечательные просто. Про тебя плохие будут. Да, не даешь спать. Если про меня будут плохие, я не устраиваю. Ну и все, папа, Эдички. А подписываться. Да на всех подпишутся, ссылочки-то в описании будут, а? Да. Все, спи. Все. Здравствуйте! Ой, папочки, остань, папа! Папа, уйди! Папочки, алло, ты что, тупая, что ли? Я твоя мама! Какая мама? А где папа? Где папа? Вы кто? Какая мама? Какая мама? Чья мама? Эдичка, а где твой папа? Где твой папа? Не знаю! Ты знаешь её? Откуда? Женщина, вы кто? Если женщина, вы кто? Когда я вас рожала? 27 часов подряд? Ты такая уж ты рожала, не ври! Я вообще не отвечу! Какая мамочка? У меня нету мамочки! Не важно! Господи, дядечка, мне не нравится, что происходит! Уйди! Стоять! А ну, стоять! Нет! Дядечка, где это мы? Что это? Кто это? Посмотри, кто это? Женечка, ты вниз лучше посмотри, что это вообще такое? Я не понимаю. Что? Пойдем вовнутрь, пойдем, Эдичка. Летающий город какой-то. Пойдем, что за сумасшествие? Что за люди? Эдичка! Опять она! Уйди! Это кто? Что это за зомби? Что? Стойте, это ваши новые папочки. Какие папочки? Их очень много. Какие папочки? Их очень много. Это кто? Вагонетка, где мы? В смысле? Ведьма, говори, куда вы попали? В смысле папочки, развратная ты женщина, кто это? Это кактусы. Какие женщины? Что происходит? Стойте. Какие стойте пока? Эдичка, смотри, это ромашки, давай ты меня заберешь в букет. Ромашки. В смысле? Стоять, собственно, а ну выйдите сюда. Опять. Ну что ты хочешь, женщина? Я хочу сыграть с вами в одну игру и хочу посмотреть, насколько вы угадаете мои постройки. Ладно, только отстань от нас. Мы отказаться не можем. Угадать сможете, и тогда я, может быть, от вас отстану. Хорошо? Ладно, давай. Эх, ну что ж, начинаем. Собственно, это так. Так. Похоже на самолет. Самолет? Не знаю. Это самолет? Ну, нет. Огурец? Нет. Не знаю. Батут? Батут какой-то? Да, батут. Какой еще батут? Вы что? Не знаю. Арбуз, да? Нет. Машина, смотри, машина. Нет. Это пистолет, розовый, смотри, розовый. Пистолет. Розовый, что-то ну, розовый. Ну, немножко похоже, но нет. Пистолет, не знаю. О, я понял, это дудулька. Это хуй. Да, это член. Елдак, блядь. Мне кажется, с бля уже переборщил. Эдичка, ну что, полетели отсюда. О, давай, куда летим? Да, я тоже с вами. Нет, Эдичка. Чё она преследует она? Скинь её, Как? Манёвр. Направо, сбрось её. Манёвр. Я не знаю, Женщина, выпрыгните, пожалуйста. Осторожнее, Эдичка, осторожнее. Ай, куда лететь? Вы можете поправить, детишки, что же вы делаете? Куда лететь? Эдичка, что нам делать? Эта ведьма преследует нас. Ну, мне кажется, ее тут больше не будет. Мы спрятались как могли. Я не знаю. Моя мама просто сумасшедшая, хочу тебе сказать. Она здесь! В смысле?
Уйди, пожалуйста, кто ты такая? Делаемень поймаю. Прячемся от тебя, прячемся. Нет, жду тебя. Она не бьет, Женечка, она бессмертная. В смысле? Нет, Женечка. Стоять, нет. Ой, что это было, Женечка? Это всего лишь сон. Что такое, я не понимаю, вы можете потише? Да, страшный сон приснился. Тебе тоже, Женечка? Я смотрю свою любимую телепередачу, а вы здесь орете, да? Ой, ну извини, папа, просто вообще сон, кошмар просто. Мы видели маму. Мам... Ну хрен с ним, страшный сон. Я когда в Мордоре был, знаете, что там было вообще капец. Какую маму вы видели? Вы что, совсем... Мою маму, папа, мою маму! Она, знаешь, где? Где? Ты ж помнишь, где? Где? Так, вот и все, иди в жопу, оставь. Секрет, какие секреты? Ой, я больше никогда спать не буду, Женечка, никогда. Вообще жесть какая-то. Ребята, не забудьте поставить лайки за такой страшный сон. Это было очень страшно. Давайте наберем 5000 лайков, чтобы вышла новая серия. Да, ребята, не забывайте подписываться на все наши каналы. Ссылочки, как обычно, будут в описании. И также не забывайте писать в комментариях, что бы вы думаете об этом поводе. Ну, собственно, вообще думаете, да? Вообще. По фото. Всем удачи, всем пока. Пока. Писюнчики.